Всем привет, с вами Эспер. Сегодня будет видео про хомячка. Хомяк, просто назову так видео. Вон там остатки от зерновой палочки я положил в корм, потому что он все же вкусный, и хомяк его любит. Мы сейчас в домике. Я клетку, как видите, почистил, и она супер чистая. Также я установил двойную, вот это, как называется, ткань. Вот. И обычный минеральный камень. Я подумал, хомячку все же не хватит этого всего. То есть это, во-первых, ладно, сейчас я витамины залила на воду, в корм насыплю. Но мне показался корм не очень качественным. А также минеральный камень, он уже полностью его загрыз. Давайте я это все вам покажу. Вот, давайте. Его клетку, в принципе, разбирается очень легко. То есть вот так и вот так. Верхняя часть достается. Наверное, воду сейчас пока что подальше поставлю. Она такая тепленькая. Вот хомячок аж вышел. И вам покажу, в каком состоянии сам минеральный камень. Вот. Что у него осталось? Только вот этот кусочек какой-то ромашки. Вот, потому что он был со вкусом ромашки. Вот. И все. Буквально в смысле ничего нету. А все остальное он загрыз. Вот. И он еще наполовину сломался. Так, ну вот, хомячок сразу стал. Такой довольненький. Могу, в принципе, показать, но он будет сейчас, наверное, пищать. Не надо. Не иди сюда. То есть он увидел свобода, да? Вы видите там. Я новые покупочки для хомячка сделал. То есть давно было вот такой корм Жорка, он не очень качественный, не советую его. Вот, я подумал, ну что-то новенькое, но зачем такой корм? И купил самый, в принципе, хороший в форумах, я читал, очень полезный, вкусный, питательный корм. Называется One Little. Little. Видите? Для хомяков. Там что-то хомячок убегает, ну да ладно. Вот, сейчас открою его, вам покажу новый корм. Также новая зерновая палочка такая. Вот. 600 тенге стоило. Было по 300 тенге, я понимаю, но они какие-то, вот как вот этот корм. Вот, сейчас я вам покажу, как он выглядит. Такой же был. Тогда лучше обычный новый корм купить. Что-то там хомячок бегает туда-сюда. Я вспышку включил, хомякам это вредно. Из-за этого я вам буду быстро показывать, попытаюсь в крайнем случае. Зерновая палочка, сейчас ее тоже установлю новую. Вот, пусть хомячок попробует. Тоже какого-то американского, немецкого типа. Вот, то есть они очень качественные, в отличие от наших, либо русских производителей. Вот такой Кеша. Это я понимаю для попугаев, но вот этот сказала девушка, наверное, меня обманула, потому что апельсин все же хомячкам нельзя, это, то есть, как называется, нельзя, короче, но я не знаю, придется все же ставить. Вот он вот такой, крепится на обычный алюминку, что-то там он в корме сидит. Вот, а также и у него там стоит вот это его старое, замочек и вот витамины. Там корм чуть рассыпал. А вот. Вот такой витамин. Его сейчас зальем. Сейчас все будем делать. Получается, давайте сначала корм насыпем новый. Сядем поудобнее. В принципе, можно было ножницами, но зачем, когда можно вот так руками. Ах, прям. Ну, мне кажется, все, сойдет. Вот, сейчас я вам покажу, почему он качественный. Сейчас хомяк, дай свою кормушечку. Сюда поставим. Неудобно мне на камеру все делать. Ну, чтобы вам все показать. Мне кажется, хватит. То есть по небольшому дозе кормов можно, в принципе, вот это все. В сторонку хомяк такой не будет кушать. Вот. Ставим. Вот его корм новый. Давай. На покуш. Сразу ушел. Видите, я же говорила, он пешкунчик. Ладно, дальше. Зерновая палочка. Распакуем ее. Сверху как-то распаковывается. Вот. Срок годности все смотрел. То есть не просрочили. Сейчас давайте на хомяка фокусировку. Вы, наверное, хомячка смотрите, а не распаковку хомячиных товаров. Зоотовар. Ох, как она хорошо запакована. Посмотрите. Вот таких больших палочки. То есть там были какие-то маленькие, но вот эти прям такие большие, массивные, на крепежках, смотрите. Ну, выглядит очень качественно. Чуть-чуть, да, рассыпано, но да ладно. Распакуем сверху. У меня был еще Алекс или типа такого корма. Сейчас в домик бежит. Также я вам домик его покажу. Чуть рассыпался, ничего страшного. Вот такой корм. Я вижу тут какие-то куски древесины или что это? Ну, блин, столько витаминов, я бы сам хотел бы погрызть такое. Ох, хомяку как завидую.
Ладно, сейчас его поставим. Пока что тут он пусть постоит возле домика, если захочет, пусть погрызет. Так что поставим вот эту самую часть сюда. И еще остатки я ему насыплю в корм. Вот. Так. Плохой корм жорку поставлю обратно. Если кормы вот эти закончатся, придется насыпывать стандартный старый корм. Минеральный камень сейчас поставлю. Можно из него сделать домик, я понимаю, но он будет какой-то вот такой. Вот от такого большого отеля вот такой. Не знаю, напишите в комментариях. Вы скажете, наверное, очень маленький. Да, маленький, но лежать, поспать можно, в принципе. Он, наверное, ее все прогрызет. Вот так я поставлю, наверное. Здесь вот такой ходик сделаю. Либо вот отсюда. Либо вот так сделать. И хомячок будет так подниматься. Вот так один раз. Типа такого механизма хотел бы сделать всегда, чтобы дверь так закрывалась, и хомячок чувствовал себя в уюте. Тут есть разных вкусов, то есть, смотрите, от апельсина до яблока, ореха, овощи и натуральный. Надо было натуральный, блин. То есть, вот это все химия, а вот это натуральный. Ладно. Так, ну тут болтает очень много. То есть, каждый товар, даже Little, там, они прям пишут, там, ой, это вкусное. Российский производитель, это какой производитель? Вестерн. Вот Челябинск, вот Россия, вот вам, пожалуйста. Они там пишут, это полезно, это кальций, там все такое, витамины для попугаев, конечно. А в американских, в этих, конечно, это такое не будет писать. Там только состав. Видите, они не будут писать, что это супер круто, прям вот так, во-во, мы рекомендуем вам все. Нет, они так не будут рекомендовать, как та же самая жорка. Вот, написано, смесь полезная, а на самом деле ничего вообще. Пишут даже с любовью. Такой плохой корм я вам не советую. Его надо еще, по-моему, даже мыть. Я помню, у меня был корм такой грязный, прям с пылью. Мне приходилось его даже мыть. И хомячку давать более или менее чистым. Чистым видом. Так, вот его клеточка. Давайте перенаправлю на интернетный провод. Да, хомяк возле интернетного провода. Так, берем вот этот минеральный камень. Хотя бы он, благо, упакован в этот упаковочку. Чтобы пыль не заходила, наверное. Я не знаю. Вот такой. Ну, в принципе, погрызть можно. Я не знаю, как хомяк уже будет грызть, потому что у него уже зубики-то не те, как в молодости. Установим возле этого старого минерального камня. Так. Ну, конечно, у этого был крепежник получше. И он стоил, по-моему, 50 тенге. А вот это чуть дороже. Сейчас все что-то дорого. Вот такие провода, которые меня колят. Ну да ладно. Закрепим надежненько. Все. Теперь он прям так установлен. Так, теперь поставим эту клеточку. Установим его вот так. Тут всего лишь 4 крепежника, но у меня один крепежник сломался. Сейчас я вам покажу. А вот такие крепежники он крепится. Вот. И одного вон там нету. Вот там. Вот такого нету. Пластмассового. Вот. Все нормально. Дальше теперь водичка. Да, продлилась чуть-чуть. Ну как чуть-чуть? Много. Так, берем вот этот водичку. Открываем его. Здесь либо можно ее открутить, то есть тут на ваше усмотрение. Берем витамины. Вот тут еще ее много. Вот она вот такого цвета, желтого. Вот по крышке видно. И вот так берем. Одна. Сейчас, ну, заливайся. Я не вижу из-за камер. Но она такого желтого цвета должна быть все. Дальше вся вода вот постепенно, видите, какая красота. Превращается в желтый. Вот. Руки мне тоже в этой что-то жидкости. Вот, видите, сейчас я вам покажу. Вот. Эх, на себя пролил ужас. И крышку трону. Ой, хомячок начал грызть, как видите. То есть, зерновую палочку я вот эту рекомендую. От какой там компании? Лоле. Она очень хорошая. Я в форумах все читал там. Не бойтесь, я тоже читаю, хоть и уже забыл про это. Форумы читайте, все же вам рекомендую форумы читать, где напишут все хорошее в отличие от плохого. Вот там даже вам напишут, какой, что не рекомендуют и что рекомендуют.
Так, чуть-чуть отошло, все. Все. Надо зерновую палочку, да, установить. Я забыл про это. Хомячок такой довольный, и у него и новые, все новое. На корм, наверное, я не буду насыпать пока что витамины, потому что там уже есть все необходимое для хомячка. Не бойся, не бойся, не бойся. Я это все купил, знаете почему? Потому что у меня хомяк уже очень старый. Он уже пищит, я как вам говорил. В детстве он не пищал ни разу, вообще почти не пищал. Я помню только, я самый первый писк услышал один год назад, когда ему уже год было. Вот. Так, увеличим камеру. Фокус. Установили. И смотрите за хомячком. Также напишите в комментариях, сделать ли трансляцию хомячка. Потому что я видел видео про трансляции хомячков. Не только хомячков и животных, различных животных. От собак до этих попугаев. Там трансляции, то есть любого животного, что хотите. И про рыбок, и про муравьев трансляции 24 часа в сутки. Только там, конечно, он ничего не говорит, микрофон выключен. Вот, я тоже, наверное, хотел бы такое сделать. Хомячок, ладно, домой зашел. Погрыз чуть-чуть этот зерновую палочку и ушел. Потому что он любит зерновые палочки, в отличие от обычного корма и минерального камня. Вот, также напишите в комментариях, делать ли домик из вот этого, либо из чая вот такого большого. Вот, у меня такая же упаковка есть, чая. Вот, это никакая не реклама, просто хотелось бы спросить. Вот. Ну, если он захочет, минеральный камень погрызет, если не захочет, не понравится, если не натуральный, пусть постоит для красоты. Вот, и если захочет, пусть зубы точит. Вот, смотрим за хомячком, что, не выходит. Я хотел видео сделать 15-минутное, вышло 11 минут, как видите. То есть это вы хомячка, если вы хотите хомячка купить, вы меня просто так смотрите, то есть из-за хомячка. То есть я вам советую хомячка купить, если у вас нету. Либо другое домашнее животное, если у вас есть. Вот. Они очень долго живут, если вы будете, во-первых, покупать им кормы различные, убираться раз в неделю, хотя бы раз в неделю. Я убираюсь обычно в 4-3 дня вот так. Иногда бывает, да, одна неделя, две недели, вот. Если я ухожу куда-то или уезжаю. Знаете, я хомячка, только я чистил клетку, то есть. Ни мама, ни папа, ни брат не чистили вообще. То есть, мама пыталась один раз с папой, но они там все разбросали, везде грязно, короче. Хомячины, какашки везде, по всей комнате практически. Вот. И после этого они не убирались почти никогда. Я только ухаживаю. Вот. Но они так и играются, в принципе. Дают ему мясо, там вкусняшки различные, что мы едим. Вот. Папа хочет дойти. А, не, он в туалет пришел. Ладно. Так. Давайте позовем хомячка. Он обычно за этот зов выходит. Вот так когда делаешь. Ему интересно становится и выходит. Вот. Ну, такие дела. Вот такие были, в принципе, покупки. Хомячка вот так чуть-чуть показал. Пока распаковывал, вам показывал. Ладно, давайте на этом буду я прощаться. 13 минут видео. Ну, хватит. А если хотите больше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Да. Спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.